Здравствуйте. Здравствуй. Ты мисс Джи Сяо? Я Ян Шэнь, младшая сестра Ян Цзинь. Я здесь, чтобы узнать больше о ситуации моего брата. Есть время? Присаживайтесь там. Что хотите выпить? Что такое полдень апреля? Это особый чай из цветущей вишни. Хочу его. Держите. Спасибо. Очень вкусно. У тебя были отношения с Ян Цзинем? Нет. Если я правильно помню, он пытался ухаживать за тобой прошлой весной. Так и было. Но потом мы перестали общаться. Почему? Не пойми меня неправильно. Позже мне нужно будет защищать Ян Цзинь, поэтому мне нужно кое-что понять. В какой-то момент я была близка с Ян Цзинем, но он внезапно исчез. Я пошла к нему домой, и там была другая женщина. После этого мы перестали общаться. Это женщина. Пока ты была с Ян Цзинем, ты замечала, употреблял ли он наркотики? Я проводила с ним больше времени, когда мы ездили в Личуань. Тогда я не заметила у него признаков наркозависимости. Я узнала, что он принимает наркотики только в декабре. Что еще ты знаешь о нем? Ты его младшая сестра. Ты должна знать его лучше меня. Я узнала, что его арестовали только за последние 2 дня. Мисс Джи, можешь рассказать, как вы познакомились? Спасибо, что рассказала. Если полиция снова придет, пожалуйста, вспомни те времена, когда Ян Цзинь был искренен с тобой, и скажи что-то хорошее о нем. Из того, что ты знаешь Ян Цзина, как думаешь, он совершил убийство? Я правда не знаю. Я думаю, что нет. Интуиция также говорит мне, что ты действительно ему нравишься. Похоже, ты не знаешь, что мы близнецы. Между нами есть телепатия. Я знаю, о чем он думает. На сегодня давай закончим. Если у меня будут еще вопросы, я вернусь. Пока. Последнее время в городе не было покоя, и есть дело о расчленении тела. Жертва была студентом. Он был так молод. Кого же он обидел? Теперь интернет полон комментариев по этому делу. Я даже не даю Хао-Хао ходить в школу. Старина Чен. Старина Чен. Доктор! Доктор! Кого вы ищете? Чен Жуйминя. Все хорошо, впусти ее. Как старина Чен? Врач проверяет его. Его состояние лучше, чем мы ожидали. Не волнуйтесь. Замечательно, спасибо. Вы раскрыли тело. Что? Ян Цзинь. Где он? Старина Чен, мой брат не торговал наркотиками.
Брат Ян, коль родители плохо себя чувствуют, дети должны осторожно следить за ними. Осторожно, это как твое имя? Это не осторожно. Это значит неприязнь. Да, точно. Неприязнь. Быстрее, быстрее! Улучшение значит найти хороший пример рядом. И затем Калун. Ян Цзинь. Здесь. Это ведь не очередной допрос. Все, отдать честь. Хотим поблагодарить героя супердела о наркотиках 103. Отдел по борьбе с наркотиками Ли Юаня отдает честь товарищу Ян Цзинь. Это часть моего долга. Заместитель начальника Чен очнулся. Ты страдал последние несколько дней. Старина Чен хорошо спал? Посмотрим, как я с ним расквитаюсь, когда выйду. Я соскучился по тебе. Что делаешь? Что ты делаешь? Так лучше, когда растрепаннее. Как дьявол мог зародиться в нашей семье? Хочу поблагодарить злую богиню за беспокойство о дьяволе. Кто злая богиня? Разве сестра дьявола не злая богиня? Пойдем домой. Наши родители ждут, чтобы герой вернулся домой и поболтал. Пойдем. Как ты мог выпустить Ян Цзинь? Заместитель Чена все подтвердил. Ян Цзинь говорил правду. Он был полицейским под прикрытием. Джан Ю его информатор, он невиновен. А ты не думал о том, что Ян Цзинь хоть и невиновен по делу о наркотиках 103, но все еще главный подозреваемый в убийстве Джан Ю? Твои опасения я понимаю, но доказательств нет. По правилам мы должны его отпустить. Ян Чен. Ян Цзинь освободили. Следи за ним. Ян Цзинь был полицейским под прикрытием. Как старина Чен? Джошуан ухаживает за ним. Я чуть со страху не умер в этот раз. Если бы он не очнулся... Моя репутация была бы испорчена. Завтра навещу его. Привет, мама. Я уже забрала его. Мы будем дома через 10 минут. Я вешаю трубку. Ян Шэнь, сначала зайду в кафе «Струящиеся мысли». Ты все еще пытаешься клеить девушек? Какой бы ни была проблема, сначала нужно пойти домой. Я знаю, о чем ты думаешь. Не волнуйся, я помогу тебе смыться после ужина. У моей сестры эмоциональный и умственный интеллект, а парня нет. Босс,
Отчет готов. Кожа под ногтями Джан Ю принадлежит Ян Цзинь. Кровь в доме Ян Цзинь совпадает с ДНК Джан Юя. Во время повторного обыска в доме Ян Цзинь мы нашли это рядом с аварийным выходом. Запроси ордер на арест. А вот и пельмени. Дай мне. Медленно. Мой сыночек. Дома куда лучше. Садись и поешь тарелку супа. Бегом принеси брату тарелку. Принеси мне. Мама, садись. Он не сломал себе руку, может принести сам. Докладываю, начальник Ян. Ваш сын Ян Цзинь вернулся домой живым и невредимым. Наконец-то ты дома. Дай посмотреть на тебя. Ты вырос? Как это возможно? Ты молодец. Давай выпьем. Давай выпьем. Хорошо. Я тоже выпью. Мамины пельмени самые лучшие. Я скучал по ним. Не слушай его. Я слышала, он так хорошо ел, ему было неплохо. Это часть выживания. И этому я научился у отца. Но меня не арестовывали. Ты молодец. Я восхищаюсь тобой. Давайте выпьем. Все вместе. Спасибо, семья. Спасибо, мама, папа. С возвращением, сынок. Добро пожаловать. Медленней, медленней. Я не опозорил семью Ян, это хорошая новость. Верно, ты не опозорил семью Ян. Твоя мамочка тоже выпьет за тебя, хотя ты так и не исправил свое самолюбие. На этот раз ты молодец. Сынок, позволь мне сказать тебе, быть героем – большая честь. Но ты можешь перестать принимать миссии, которые угрожают твоей жизни. Я знаю, ты все это делал Жуймином ради второго брата. Но он умер много лет назад. Теперь ты должен думать о себе. Мы все знаем, что ты невиновен. Но другие так не считают. Все думают, что ты часть этих наркопреступников. Мама, ты права. На этот раз я заставил вас поволноваться. И больше я никогда не буду заниматься этим геройством. Ты уже несколько лет занимаешься бизнесом. Думаю, у тебя есть опыт. Я передам тебе свой бизнес. А сам уйду на пенсию. Не надо, папа. У меня еще очень много дел. Я правда не могу. Ты здоровый, поработай еще несколько лет. Я думаю, для тебя главное – найти нам с мамой невестку. Твой отец прав. Ты уже взрослый, поторопись и найди невестку. Ладно, не волнуйтесь о нем. Глядя на то, как он наряжается и рассеян, у него уже кто-то есть на примете. Что происходит, сынок? Мам, не спрашивай. Дай ему доесть, чтобы он мог пойти к той девушке, которую хочет увидеть. Пусть сделает, что хочет. Сегодня домой не возвращайся. Быстрее заканчивай, чтобы уйти. Иди. Папа, за тебя. Пока, сестра Сяоу. Сяоу, пока. Пока. Ты еще не ужинала? Ты голодна? Пойдем перекусим. Ты похудела. Если будешь так продолжать, заболеешь. Почему бы нам не закрыть кафе и не полететь в Дубай? Могли бы немного отдохнуть. Пока убийца Сяо Юй не пойман, я никуда не поеду. Расследование должен вести Джао Тинхуэй. Бесполезно переживать. Разве у тебя завтра не ранний рейс? Иди домой и отдохни. Тогда я пойду.
Что это? Я позвоню в полицию, отпусти меня. Это ты, Ян Цзинь? Кто такой Ян Цзинь? Тот, кто тебе нравится? Ты сбежал из тюрьмы? Боишься? Но ты бы не выглядел так опрятно. Девочка моя все так же умна. Я так долго тебя не видел, ты похудела. Пойдем. Посмотрим, насколько ты похудела. Мерзавец, лжец, лжец, лжец. Кричи, кричи на меня сколько тебе угодно. Отпусти меня, отпусти меня. Отпусти. Алло. Начальник Джао, он в кафе «Струящиеся мысли». Что делает? Он страстно влюблен в хозяйку. Я спрашиваю, что он делает. С тех пор, как он вошел, от друг друга они не отлипают. Не думаю, что он скоро уйдет. Хорошо. Буду там через 15 минут. Следи за ним. Понял. Босс, можно вопрос? Нет. Сколько лет ты встречался с Джи Сяо? Я сказал нет. Джи Сяо? Красивая. Почему вы расстались? Очень жаль. Не смотри на меня, как на панду. Я знаю, ты скучала по мне. Я не видела тебя целую зиму. Вижу, ты стал еще наглее. Я не видел тебя всю зиму. Вижу, ты стала жестче. Чем упрямее ты становишься, тем сильнее скучаешь по мне. Скажи мне, как ты догадалась, что это я? Случайно. Ну, расскажи. Ты пахнешь мылом. И сигаретами. Похоже, ты чувствительна к моему запаху. Ты не хочешь рассказать, что именно произошло? Прекрасная ночь. Настроение отличное. Давай не будем говорить на эту скучную тему. Смотри. Я в полном порядке и сижу прямо сейчас перед тобой. Конечно, я не наркобарон. Тогда кто ты? Ты поверишь мне, если я скажу, что я герой по делу о наркотиках? Проще говоря, у меня есть очень хороший друг по имени Чен Жуймин. Он заместитель начальника отдела по борьбе с наркотиками Ли Юаня, и я помог ему раскрыть дело. Я работал под прикрытием. И это привело меня к связи с Сяо Мэйрен. Я не ожидал, что в этом деле произойдет столько несчастных случаев.
Чен Жуймин впал в кому. А как дело закончилось, никто не смог доказать мою роль под прикрытием. Поэтому я был в тюрьме, пока сегодня не доказали мою невиновность. История слишком длинная. За такой короткий срок я ее не расскажу, как-нибудь в будущем. Тебе нужно знать только одно. Я все еще тот Ян Цзинь, которого ты знаешь. И ты единственная в моем сердце. Сестра, Ян Цзинь хороший человек. Его отношения с Сяо Мэйран не такие, как ты думаешь. Он всегда любил тебя. Ты знаешь, что Сяо Ю умер? Джао Тинхуэй рассказал мне. Наверное, он и к тебе приходил. Сяо. Ты веришь, что я убил Джан Ю? Конечно, нет. Я никогда не верила, что ты мог убить Джан Юя. Ты не такой человек. Услышать это от тебя достаточно. То, что произошло с Джан Ю, мне тоже от этого грустно. Он уже умер. Не вини себя. Кого мог обидеть Джан Юй? Какие люди могут быть настолько жестоки к нему? Почему Джан Тинхуэй подозревает тебя? Полиция все еще расследует. Все, кто с ним связан, под подозрением. Не волнуйся. Я буду сотрудничать с полицией, чтобы найти убийцу. Ян Цзинь, ты подозреваешься в убийстве и расчленении Джан Ю. Пожалуйста, пойдемте с нами. Ты ошибся человеком. Без улик мы бы его не арестовали. Надеть наручники. Не волнуйся. Я просто поболтаю с ними. И скоро вернусь. Иди в народную больницу и найди Чен Жуйминя. Он объяснит, кто я. Поверь мне. Пошли. Вы же хотели меня допросить. Допрашивайте, где все? У меня нет на вас времени. Почему вы прячетесь? Для вас это весело? Джао Тинхуэй, я с тобой говорю. Запишите его поведение. И добавьте в судебный протокол. Детали не упустите. Мы их проанализируем позже. Понял, босс. Джао Тинхуэй, что ты хочешь знать о Лю Вэй? Спроси все, я расскажу тебе. Меня освободили всего на полдня. Ты получил ордер на арест и привел меня сюда. Что это значит? Мои родители, наверное, уже в курсе, верно? Уже ночь, разве ты не боишься их напугать? Ты все еще человек?
Медсестра, в какой палате находится Чен Жуйминь? Чен Жуйминь, подождите секунду. Могу я спросить, кто вы? Мос Ян, ты хороший актер. Почему не стал им? Пошли. Допросим его. Долго ждал менеджер Ян. Лю Вэя нашли? Судя по вашим лицам, нет. Столько людей, и никто не смог поймать Лю Вэя. Тратите деньги государства понапрасну. Прошу уважение проявить, молодой человек. Тебе еще не время говорить. Если дело было бы только в Лю Вэе, зачем нам приводить тебя сюда поздно ночью? Разве не знаешь, почему ты здесь? Прости. Правда не знаю. Ничего противозаконного я в жизни не делал. Даже боюсь, что лист на голову упадет. Я законопослушный гражданин. Хорошо. Спрошу еще раз. Ты Ян Цзинь? Главный подозреваемый в деле об убийстве 1231. Пожалуйста, сотрудничай с нами. Скажу еще раз. Джан Юя убил Лю Вэй. Чао Тин Хуэй показал ордер на арест? Нет, только ордер на задержание. Не волнуйся. Может, они просто в ситуации разбирались? И для этого они не могли подождать до завтра? Они знали, что Ян Цзинь только что вышел. Как они могут так обращаться с героем? Я думаю, Чао Тин Хуэй нашел какие-то улики. Он был очень уверен, когда арестовывал его. Невозможно, чтобы Ян Цзинь был убийцей. Он помогал Джан Юю много раз. Даже пытался ему срок сократить. Убить он его не мог. Ян Цзинь помогал Джан Юю сократить срок? Он тебе не сказал? Джан Юй начал продавать наркотики 2 года назад. Он был одним из многих подчиненных этой наркогруппы. Перестань использовать Лю Вэя как отвлекающий маневр. О себе расскажи. Где ты был в ночь убийства? Я даже не знаю, когда это произошло. Что мне сказать? Начальник Джао, прекратите эти уловки. Если бы вы были на 100% уверены, что я убийца, отпустили бы меня сегодня утром? Отдел по борьбе с наркотиками отпустил тебя. Это было до того, как появились результаты экспертизы. Теперь они у меня в руках. Знаешь, что это? Хватит шутить. Моя зажигалка. Где вы ее нашли? На месте преступления. В одежде жертвы. После всех экспертиз, можно сказать, что время смерти Джан Юя 31 декабря около 22:30. Ты был арестован 3 января по делу о торговле наркотиков 031. Времени, чтобы убить его, достаточно. Говоришь, Кей Кей умер в канун Нового года? В ту ночь Лю Вэй вел себя не как обычно. Перестань использовать Лю Вэя как отговорку. Отныне тебе нужно называть жертву Джан Юя. Ответь мне. Если зажигалка твоя, как она оказалась в кармане Джан Юя? Джан Юй украл ее у меня в канун Нового года. Когда ты давал показания по делу 031, почему не сказал о том, что случилось в канун Нового года? Потому что вы допрашивали меня по делу о наркотиках 031. То, что произошло в канун Нового года, не имеет отношения к делу о наркотиках. Не хотел время тратить. Ты сейчас время тратишь, Ян Цзинь. Лучше тебе с нами сотрудничать. Расскажи, что произошло в канун Нового года. Ладно, не будьте таким агрессивным. Хочешь знать, я расскажу. Расскажи мне все подробно, не упуская никаких деталей.
После того, как я вынужден был принимать наркотики, я прошел курс лечения. Лю Вэй продолжал давать мне кокаин. Он хотел контролировать меня. 31 декабря я был Сяо Мэйрэн и Лю Вэем. Мы пили у Фэна. Собирались встретить Новый год вместе. В ту ночь не знаю, что произошло. Лю Вэй напился и разозлился на меня. Чтобы не опозориться перед Уфэном, Сяо Мэйрэн быстро закончила банкет. А потом я пошел домой. Брат. Брат. Это я, Джан Юй. Брат. Брат. Наконец-то мы увиделись. Почему ты здесь? Уходи. Мне нужно тебе кое-что сказать. Я не хочу этого слышать. Брат, пожалуйста, дай мне 10 минут, умоляю тебя. Удивительно, как ты пробрался в этот жилой комплекс. Я прошел вслед за кем-то. Брат, я был неправ. Прости меня. Я знаю, ты злишься на меня. Ударь меня, если хочешь. Ударить тебя? Я руки испачкаю. Убирайся. Я даю тебе 2 минуты. Говори, что хотел, а затем уходи. Брат, я был неправ. Не надо было сдавать тебя за 200 тысяч. Но у меня не было выбора. Мать была в больнице, ожидая оплаты за операцию. Я просто хотел надуть Лю Вэя, чтобы маму вылечить. А потом помочь тебе дело раскрыть. Я не думал, что это приведет к таким проблемам. На этот раз ты хотел помочь маме. А в следующий? В следующий ты сделаешь то же ради наркомана отца? И обманешь Лю Вэя? Ты думаешь, я дурак? Как я могу тебе поверить? Брат, умоляю, не отказывайся от меня, дай мне последний шанс. Я все еще хочу жить. Вытри лицо. Когда закончишь, уходи. Появится Лю Вэй, и никто не выживет. Уходи. Брат, что ты делаешь? Это? Ты с этим знаком. Разве это не твое ремесло? Не трогай это. Отдай зажигалку. Отдай. Не трогай ее. Отдай. Нет. Нет, не отдам. Я сказал, отдай мне. Отдашь? Отдашь ее? Отдашь? Я не позволю тебе принимать наркотики. Это все из-за тебя. Дело давно должно было закончиться. Я бы не подсел на это, если бы не ты. Брат, брат, что случилось? Потерпи. Скоро все закончится.
брат. Брат, тебе больше нельзя принимать. Продолжишь, умрешь. Это из-за тебя. Ты погубил меня. Уходи, брат, уходи, уходи. Брат, не надо. Уходи. Уходи. И больше не появляйся передо мной. Брат. Брат, открой дверь. Брат. Открой дверь. Открой дверь. Эй, вставай! Успокойся, уже поздно. Вы дадите мне отдохнуть или нет? Мужчина, я живу под вами. Что это был за шум? Эй, я с вами разговариваю, слышишь меня? Я с другом поссорился. Простите. Думаете, извинений достаточно? Вы тревожили соседей, кого-то избивая. Мы вам чем-то обязаны. Я могу на вас пожаловаться. Вперед, жалуйся. Говорю вам, если вы опять нарушите тишину, я пожалуюсь. Вперед, жалуйся, давай, скорее. Подожди и увидишь. Это было около 5 утра. Я начал приходить в себя. Я был в воде несколько часов. И зависимость моя закончилось. Протрезвел и понял, что зажигалку забрал Джан Юй. У тебя есть доказательства? Что зажигалку забрал Джан Юй? Ты использовал несколько брызг крови и зажигалку, чтобы доказать, что я убийца. В этом случае есть только предположение. Вы тычете наугад. Начальник Джао. Не говорите мне, что у вас только кровь и зажигалка в качестве улик против меня. Конечно, нет. В ночь на 31 декабря прошлого года охранник твоего дома видел, как Джан Юй зашел к тебе домой. В ту ночь у вас был бурный конфликт. Твоя соседка может подтвердить. Под ногтями Джан Юя мы нашли фрагменты твоей кожи. А самое главное — записи с камер видеонаблюдения. Есть запись, как Джан Юй приходит к тебе домой. Но нет записи, как уходит. Я своими глазами видел, как Джан Юй ушел от меня. Потом я волновался за него и хотел выйти проверить, все ли в порядке. Но он уже спустился на лифте. Верно. Он ушел. Но уже мертвым, когда ехал на лифте. Это ты тащил его тело. Ты спустился с ним по запасному выходу в подвал и выкатил тело в мусорном баке. Это всего лишь домыслы.
Привычное твое движение, да?